Организаторы акции решили привлечь внимание анапчан к остро стоящей проблеме – росту численности бездомных животных. За пакетик корма или медицинские препараты – билет на концерт. Я хочу помочь бездомным животным. Принесли корм для собак. Уже к полудню корзины для корма были заполнены. Школьников ждала масса сюрпризов. Тематический аквагрим, раскраски, мастер-класс по квиллингу и подвижные игры. Игровая развлекательная программа – лучший способ донести до маленьких сердец необходимость быть внимательными к братьям меньшим. Не только кормить бездомную живность, но и быть ответственными за домашних питомцев. Откуда они берутся, наши бездомные животные? Изначально, когда мы берем себе, например, животное, кошку. Во-первых, кошку, собаку, неважно, надоело, вдруг внезапно появилась аллергия. Оказалось, что за кошкой сложнее ухаживать, и ее еще нужно воспитывать, или собаку тем более. Люди часто как делают? Абсолютно спокойно могут выкинуть в поле, в лес, на остановку, на трассу. Мы не следим за здоровьем своего животного, мы не следим за численностью, мы позволяем себе выкинуть, мы позволяем себе не лечить, мы позволяем себе избавиться от потомства. И это замкнутый круг, они бесконечно появляются на улицах. В первую очередь мы хотим населению сказать о том, чтобы вы были более ответственны, о том, чтобы вы сами могли и могли научить своих детей о гуманном отношении к животным. Ну а тем питомцам, кто все же оказался на улице, тоже нужна помощь. Стать волонтером может каждый, считают организаторы акции, независимо от возраста. Главное – желание делать добро.